В субботу в Бендерской крепости прошли первые в этом году праздничные гуляния. Отмечали 800-летие Александра Невского. Его имя в крепости носит храм и парк. На празднике побывал и президент Красносельский с супругой. Программа продолжилась концертом. Выступали местные артисты. Духовой оркестр исполнил мелодии песен военных лет. На праздник в честь русского полководца люди приходили целыми семьями. Пока играла музыка, устраивали фотосессии. Кто-то фотографировался с железными статуями солдат в выставочном зале. Мамы с детьми делали фото у цитадели. Еще одним местом притяжения стала карета. Не обошелся праздник и без селфи в семейном кругу. Ну и куда без снимков у фонтана. А чтобы получились такие фото, будто с высоты птичьего полета, люди забирались на самый верх башен цитадели, а потом писали в соцсетях, что даже в 21 веке крепость поражает своим величием, и говорили спасибо этому дню. Праздник в крепости продолжался несколько часов.